Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас видео, в котором я покажу распаковку одной штуки. Заказал я самогонный аппарат компании, которая называется «Завод дистилляционных аппаратов Хмельницкий». Вот таким скотчем было заклеено. Я ящичек разрезал, когда получал в новой почте. Но ничего отсюда не доставал. Просто посмотрел комплектацию в количественном виде. Теперь хочу посмотреть и поделиться с вами, что мне пришло. Заказал я дистиллятор бытовой 13 литров из нержавейки с двумя сухопарниками и охладителем. Посмотрим, что прислали. Вот самое большое, что было в ящике. Сам куб 13-литровый, если верить описанию. Вот он такой красивый, блестящий. Здесь есть дырочка для термометра. Крышка, которая, очевидно, устанавливается сюда. Поищем под крышку прокладку, потому что без нее никак. Да, вот есть кулечек с дополнительными штучками. Силиконовая прокладка. Попробуем сразу установить. Ставим прокладочку, крышечку. И вот такими барашками закручивается и зажимается. Ну, закручивать я их сейчас все не буду, поскольку ничего мы не варим, а просто смотрим, что пришло. Так. Смотрим дальше. Разборной сухопарник. Вот он так выглядит. Который выполнен в виде барбатера. Как видите, здесь одна трубка длинная. И второй выход вообще пустой. Без трубки, я имею в виду. И сухопарник с охладителем. Ну, раскрутить не могу, надо брать ключик, сейчас возьму. Еще в комплекте есть шланг 4 метра. Книжечка «Рецепты самогона» и в качестве подарка бытовой спиртомер 0,96 градусов. Так, взял я вместо ключика такие плоскогубчики. Попробуем открутить. Так, откручивается. Что я здесь вижу, в отличие от того, что было на картинке на сайте и от одного видео, которое я видел в интернете. Здесь не развальцованы трубки, а сделанное такое кольцо. Лучше это или хуже, посмотрим. Может быть, благодаря этому будет более плотное соединение. Итак. Сухопарник у нас со штуцером, который просто откручивается шестигранником. Потом мы это проверим для слива оперативной во флегмы. С
следующим у нас должен идти вот этот сухопарник разборной, который выполнен конструктивно в виде барбутера. Вот он закручивается. Здесь закручивается. И последнее — это охладитель. В общем, собирается, разбирается все легко. Дальше я попробую все это сполоснуть, немножечко протереть, потому что после производства никто его не чистил. Руки мои вот черные. И попробуем сделать первую промывочную перегонку. Но перегонять будем не брагу, а просто воду. Для того, чтобы проверить, все ли у нас нормально работает, хорошо ли идет, плотно держит соединение и так далее. Я пойду подключать и покажу вам, что из этого произошло. Итак, я все подключил. Вода нагрелась. Сейчас в кубе 100 градусов. Вот, пожалуйста, термометр. Термометр я установил свой. Он у меня отрегулированный по электронному. Вода уже начала капать из стакана. Сейчас вы это увидите. Вот куб у меня пока на максимальном газу, поскольку вода чуть-чуть капает. Перегрева еще нет. Нигде ничего не подтекает. Все сухое, все соединения. Поставил я сразу два сухопарника, чтобы их промыть. В куб налил воды. Обычно из-под крана. Вот у меня подключена здесь вода. Ввод идет снизу. И отвод воды с холодильника сверху. И вот у нас идет отбор. Вот идет отбор. Водичка капает. Ну, насколько она сильно или слабо течет, в принципе, мне это сейчас не интересно, поскольку я просто делаю промывку системы. Накапала полстаканчика. Буду я закругляться, охлаждать, сливать. И следующее видео покажу вам уже реальную перегонку браги на вкусненький напиточек. Пока все нормально. Есть один нюанс. Закручивал я куб на холодную, когда он разогрелся и пошла дистиллированная вода. Силиконовая прокладка, очевидно, ослабилась, и мне нужно было подтянуть вот эти вот барашки. Стал я их подтягивать руками, никакими не ключами, поскольку из-под прокладки вылетал пар. И вот один барашек у меня уже сломался. Вот, если видите, здесь трещинка. Ну, в принципе, от пластика другого ожидать не следовало. Здесь, как видите, обычная гайка под ключ. То есть ее можно затягивать и снимать ключиком. Единственный остается вопрос, зачем вообще производитель ставит сюда эти пластиковые барашки, которые при первом же закручивании трескаются и ломаются. Могу пожелать производителю либо сделать барашки какие-нибудь металлические, которые можно руками подтягивать, либо вообще их не поставлять в комплект. На этом буду видео заканчивать.
Всем спасибо, до новых встреч. Ожидайте новых видео и продолжение испытаний этого самогонного аппарата «Хмельницкий». Спасибо, до свидания. Да, и в продолжение о барашках. Сломался уже не один, сломался второй. Подтягивал я не со всей дури. Слышится легкое шипение под крышкой, соответственно, гайки нужно затянуть сильнее, что барашки не позволяют. Они ломаются.